Барсик, для тебя это маленькая будет будка. Странно, кот какой-то тоже хочет быть собакой. Вот я его не пойму вообще. Он порой думает, что он собака. Ты охотишься на собак? Ты защищаешь территорию? Не надо собаки, ты сам кого хочешь загрызёшь. Любую собаку. Вот защитник. И собаку не надо, да? Да, говорит, да. Барсик, ты не собака, Барсик, ты не собака, ты кот, ты пойми. Ты кот, кот. Тебе хочется будку? Хочешь нормальную будку? Да? Нет, это рыжухи, это вот ей. Барсик, это не тебе будка, Барсик. Барсик, это не тебе будка, это для нее. Вон, смотри, она ждет, когда же будка будет. Вон, смотри, как она прыгает, радуется. Ну, конечно же, это будка для рыжухи, для вот этой собачки. А то у нас живет в ящике. В таких условиях. Поэтому будем делать для нее будку. Я уже начал ее делать из корбыля, из старых досок. Хотя, смотрю, Барсику нравится. А размер для средней собаки такой примерно. А учитывать нужно, вот что, чтобы она могла лечь спокойно в длину и свернуться к калачикам. Ширина поэтому, да? Когда будет холодно, они обычно сворачиваются калачиком. Также некоторые забывают вот о чем. Обязательно внизу должна быть досочка прибита. Когда ветер дует, собака обычно лежит на сене. И ветер должен дуть так, чтобы не под сено, не под это, да, теплое сено, которое она нагрела. Но основное тепло будет именно вот в этом нижней части. Это будет ее греть. Ей будет тепло. Че, Барсик, тебе нравится, да, будка? Я смотрю. Можешь тебя сюда пустить? Для тебя она большая. Для таких если бы... Ну, это не собачка, это кот, да? Вот. Для таких собачек два раза меньше надо будку. Ну, естественно, овчарка большая, наоборот, больше должна быть будка. Все тепло, которое будет идти именно от собаки. Поэтому надо, чтобы она была герметичная, чтобы тепло не уходило. То есть я все здесь обобью, и потом я еще вспененным полипропиленом сделаю. Вот я для своей собаки делал. Правда, вот в чем. Тут здесь он ободрал, когда было минус 10, и для него было очень жарко, и он сам ободрал это, поэтому надо оббивать. Да, Рекс? Ты зверюга. Ты зверюга, ты зверюга. Ты почему ободрался? Теперь надо опять оббивать ему. И потом уже сверху надо будет еще досками. Досками делать. А, вот еще важно. Крыша под наклоном, естественно. У меня будет так, чтобы дождь будет идти. Тут выше, да. Не обязательно. Не в обратном направлении должно быть, да? Не здесь ниже, а там выше. Потому что если наоборот сделать, здесь будет ниже, тогда будет все литься на собак. Или туда, или в бок. Скат должен быть, да? Собака часто прыгает на будку, поэтому, конечно же, не делать из профнастила. Потому что, да, просто провалится. И вторая особенность еще этого профнастила в том, что когда пойдет дождь, это будет бить по ушам. Если нам тяжело это слышать, представьте, как будет собаке, которая будет в этой будке. Она просто, и для нее это будет ужас просто настоящий. Ну и сверху тоже крышу из досок. Из досок будет так, чтобы собака могла, если еще прыгнуть на крышу, если надо ей. Они любят прыгать, чтобы смотреть. Вдруг кто-нибудь идет. А она любит еще и прыгать так, что ох, как прыгает она.
попрыгунья, стрекоза. Вон как она прыгает, видите? Вообще собака-прыгун. А это все из-за кота. Ревность у них к нему. Завидуют они ему. Да, Барс? Он не на цепи. Если бы его на цепь посадили бы, тогда они были бы спокойны. Так, вот горбыль. Эту часть так перебиваю. И так далее. Да. Здесь маленькую сделаю. Это как-нибудь вставлю. Сюда. Так вот, будет примерно. Для крепления используем как гвозди, так и саморезы. Гвозди, они не всегда хорошо прижимаются, со временем расшатываются. Саморезы, наоборот, хорошо прижимаются, но иногда при прокручивании могут сломаться, они хрупкие. Поэтому два этих варианта, они помогут, чтобы сделать будку крепкой. Также, чтобы будка не была наискось кривая, надо еще проверить по диагонали. Не только полный размер, да, но еще и по диагонали проверить, чтобы она была ровная. Теперь надо будет сделать вырастить наискось. Барс уже примерил, да? Так, вот таким образом очертить, и все. Так, теперь чертим таким образом. И срезаем. Ну вот, почти готово, осталось только крышу сделать. Потом буду чуть позже возьму утеплитель и утеплю ее еще. Сейчас крышу сделаю, и потом останется только утеплить. Пять сантиметров по краю сделаю. Ну вот. Здесь тоже так отрежу. И посмотрим, что получится. Обрезать, и вход тоже надо будет подрезать сейчас. Ну и теперь надо это оббить, иначе собаки это все обдерут. А просто горбылем или какими-то досками. Или чем-то еще, что они не смогут содрать. Так, ну все готово. Отбил будку горбылем. Останется вот покажу, со всех сторон. Осталось только верх. Потому что они тоже сюда будут прыгать. Поэтому будка будет тепленькая, собаке будет тепло. В общем, решил я все-таки сюда клеенку старую прибить. В общем, главное, чтобы была цель достигнута, чтобы было тепло, а это будет здесь. Потому что герметичное, тепло не будет выходить. Внутри тепло. Рыжуха рада. Да, Рыжуха? Ты рада? Ой, ты как. Ой, как она рада. Ой, как она рада. Что не новая будка. Новая будка из старых досок. Из старых досок, из горбыля.